моих любимых тоже хоров. В 90% своих проектов музыку я пишу сам. Эй, привет! Это видео разборы проектов, над которыми я работал. А если вы не знаете, кто это такой, то я саунд-дизайнер, композитор Антоха Бустер. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Сейчас хочу сделать серию роликов проектов, которые я делал давно или недавно. Копится их большое множество вот на подобных жестких дисков, а сделал я их уже, наверное, за 600, а может быть больше, фиг его знает. И в этом ролике я бы хотел вам показать часть видосов, которые мы делали для Елены Шейдлиной. Это замечательный, интересный такой артист, который делает много-много крутого визуального искусства. Вот этот делали, вот этот вроде этот. Ну, в общем, что-то покажу в этом видео, что-то в следующей части. Напиши, это интересно для тебя или нет. Кстати, я вспомнил, что я писал статью в свое время, ссылочка будет в описании, где полностью расписал также подробно, как я работал над этими видосами. Вот. Ну давайте посмотрим какой-нибудь один из, разберем. Вот это, кстати, с картинами. Это, по-моему, реклама Тинькофф. В этом проекте давайте посмотрим, что есть. Подобные короткие ролики, рилсы, на самом деле несложные. Несложные почему? Потому что здесь, в этих видео, в этих продуктах, самое важное подчеркнуть атмосферу и настроение. Вот и все. Здесь ключевое, конечно же, создать должное погружение в локацию, это первое. Сделать аккуратненькое настроение за счет правильно либо подобранной музыки, либо написанной. Здесь в 90% своих проектов музыку я пишу сам. И ничего тут не пришло мне на ум, как просто написать аккуратную какую-то мелодию фоновую, потому что это галерея, это должна быть какая-то тишина и максимум погружение в локацию, да, у нас музей, мы слышим crowd, indoor small crowd, это какая-то толпа в помещении, здесь сразу же я нашел нужные помещения, добавил, конечно же, room tone. Очень важная составляющая. Вот такой вот румтончик, который, да, склеивает все слои. Очень важно, да? Пианинка. Yamaha Grand Piano. Это штатный сэмплер. Обычное какой-то арпеджио там наиграл. Да, ну шаги понятно. Тут главное поверхность. Вот, каблучок легенький, все. Погнали. Здесь самое что, ну, это наш червяк, а вернее осьминог. Осьминог, что тут, ну, опять же, все простенько. Underwater текстура, да, которая подчеркивает, что у нас водяное чудовище. И всякие смеши. Подчеркивающий синхрон данного видео. Я думаю, тут много чего рассказывать нет смысла. На мастере обычный озон с пресетом High Details Compressed. Все, будет интересно еще какой-нибудь посмотреть. Вот этот прикольный, вроде как, я вспоминаю. Это, по-моему, реклама Джина. Что тут у нас? Его что-то я в профиле не нашел. Давайте посмотрим сразу в проект. Ну и все. Тут что, магическая, мистическая атмосфера, да, и наша задача какая, я вот сейчас вспоминаю, погрузить в эту атмосферу. Что у нас, опять же, несколько слоев. Музыка, ambience природы, да, и синхрон. Синхрон, фоули у нас по льду. Вот здесь, наверное, отдельный слой, да, тыркал я. Синхрончик. Из библиотек. Не писалось здесь ничего. Все должно быть быстро, по делу и достоверно.
Ну и, конечно же, баланс. Баланс. Тут слышно, что чуть-чуть где-то громче, чуть-чуть тише, за счет трех слоев, чтобы сразу плановость подчеркнуть. Следующее у нас, это, наверное, сверчки какие-нибудь. Ну да, обычная природка, тут ничего не нужно перегружать. И мелодия. Мелодия, наверное. А вот это что у нас? А, еще природка. Еще природка и мелодия. Мелодия мистическая, русалочная, да. Давай посмотрим, что по слоям тут. По музыке я пользуюсь, точнее, вернее, пользовался раньше очень активно сэмплером Arcade от Output компании. Вот такой вот слой. Aura называется пресет. Кто не знаком с ним, попробуйте. Очень крутая штука. Вопрос, что он ушел с России, конечно, тоже, да, что не очень круто. А что у нас здесь? Очень люблю штатные сэмплеры от Logic. Здесь у нас такой, такие Glock, эти самые, ну, короче, колокольчики. Потом такой спельчик. Вот здесь у нас еще магии. Тихонько, на фоне, так, знаете, непринужденно. Арпеджио харпа. Потом еще Arcade пресет какой-то. Heroes Burden. Мистический такой, ну потому что она себя фигарит. И, конечно же, от контакта Cage 8 Dio. Один из моих любимых тоже хоров. Вот и все. Ну и получается у нас вот такая мистическая атмосферка. Если кому интересно погружаться максимально так же, как я вот уже более 10 лет занимаюсь этим, звук, саунд-дизайн, да, писать музыку, залетайте ко мне на обучение. У меня на платформе есть различные форматы. Самое основное — это саунд-дизайн база. Там ребята за 3 месяца учатся работать с рекламой, анимацией, с фильмами, вот с подобными такими роликами. И выходит на заработок. Отзывы, пожалуйста, читайте, не стесняйтесь. Это действительно та профессия, в которой можно развиваться в различных направлениях. И как игры делать, так и в кино работать, так и фрилансить. Я об этом во всем рассказываю, так что не стесняйтесь, залетайте. В общем, спасибо за просмотр, поставьте комментарий, лайк, это была первая часть. Во второй части также разберем 2-3 ролика, я думаю, ну там их достаточно больше, может быть даже 3 части сделаю. Если хотите все посмотреть, пишите опять же в комментариях. В общем, до скорых встреч, подписывайтесь на телеграм-канал также, там все ссылочки внизу под видео. Ищите, залетайте, будем дружить, общаться. И до скорых встреч, пока-пока.